зона – это очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Эта зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги, несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнат. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. Не знаю, не уверен. Мне так кажется, что пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Ни плохих или хороших, а несчастных. Но даже самый разнесчастный гибнет здесь в трещоты, если не умеет себя вести. Вам повезло, вас она предупредила, а могла бы и не предупредить.